Ну а мы со своей стороны хотим, чтобы, собственно, этот подъем у Софьи продолжался и дальше. Вновь хочется просто пожать ее руку даже. Ну, она девушка, хочется ее просто по-человечески обнять, поцеловать и сказать спасибо тебе большое от всех любителей фигурного катания. Каори Сакамото появляется на льду, еще одна японская фигуристка. 18 лет этой спортсменке, в прошлом году она буквально ворвалась в мир фигурного катания высочайшего уровня, не выступив на Олимпийских играх. Она поехала потом от своей сборной на чемпионат мира и сразу же вошла в сильнейшую разминку, став пятой. Четвертый, ну, а на данный момент, да, она занимает четвертую позицию после исполнения короткой программы. Посмотрим, что произойдет сейчас.
Ну вот заварилась. В таком месте, где она бы могла и не падать, потому что она могла бы третий прыжок не прыгать двойной и никогда бы не упала. Но у японцев не принято не прыгать. Если у тебя стоит три прыжка подряд, ты должен хоть умереть, но прыгнуть. Ты не можешь, тебе так сказал тренер, и это правильно. Но вот из-за этого она, конечно, может иметь сейчас неприятности. И эти неприятности могут обернуться для нас приятностями. Потому что они сейчас близко, очень самодуровые. Ну, очень хорошо Татьяна Анатольевна плюсует все остальные элементы. Да, 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 ничего не скажешь. Она... И по презентации, конечно, я думаю, что она наберет больше, чем Софья Самодурова. За вторую оценку она наберет больше, да. Ну, у нее и прыжочек побольше, да, у нее практически... Она и сама побольше. Да, сама она намного побольше. Но она прям как мячик, Татьяна Анатольевна, прыгает. Очень мягкие прыжки. Ну, у японцев же, ты вспомни, у них очень мягкое скольжение. У них такие ножки. Без особых проблем выполняет прыжки, так как и Софья Самодурова. Вообще не готовится. Вот просто ручку отвела и пошла. Ручку, они уже прыгают эти прыжки. Знаете, вот раньше заходит человек на луц. Барабанная дробь. Да вот буквально еще 2 года назад. Барабанная дробь. Страшно, как в цирке. А тут вот это вот, понимаете? Причем мы видели, как после первого двойного акселя в этом каскаде ее чуть-чуть повело назад. Mm-hmm. На двойном тулупе еще больше был наклон. Но она все равно как настоящий самурай и шла до конца. Видите, как она поднимается? Вот она в прыжочке поднимается. Хорошо растянута, при том, что она не хрупкая девочка. Растянута очень хорошо. Ждем оценок Каори Сакамото. И вот как раз эти оценки. Ну что же, не будем томить вас длительным ожиданием. Обходит она. Да, опережает она Софью Самодурову и выходит на первое место в финале Гран-при. Ну а мы ждем выступления Алины Загитовой. И Туктамышевой. 211.68.